Всем привет. Мы продолжаем проходить ДМР 1994. Находимся сейчас в медицинском центре, а до этого сбегали из тюрьмы. Да, прямо, наверное, надо идти, я не знаю. Тут все-таки яйца какие-то повсюду. Надеюсь, я ничего не пропустил. Потенциальные враги разбросаны. Ну, тут, наверное, будет много народу. Показали новый вид мобов, если я правильно понял. Они будут еще быстрее, чем я думаю. Куда еще быстрее, я не знаю. Телепортирующиеся враги, разве это не быстро? Слушай, город, это место похоже на кладбище. Оно упоминалось в документах, которые я нашел в базе. Там проводились странные эксперименты. Будь осторожна. Да ладно, ты не ори. Я все будет. Будь, говорит, осторожно. А куда еще тут осторожнее? Когда не видно ничего. Кстати, у меня здоровье на один удар. 27%. Ни одной аптечки. Они забыли просто давать аптечки. Так. Ну, я уже инопланетян одного пропустил в предыдущей локации. Так что, и этого нет смысла уже стрелять. Оу. Ладно, спокойно, не все сразу. А что не все-то? Инопланетянин вот здесь, но я на предыдущей локации одного пропустил. Подожди, попробуем вот сюда зайти. Че, и тут тоже ничего. Дайте хоть аптечку, патронов хотя бы пачку. Просто, ну, как бы, одной заморозкой в игре не отделаешься. Вот в чем дело. Хранение прошло, значит, сейчас нападать начнут. Мужика утащили. Открыть можно? Нет, никак. Ладно. Кстати, это все очень похоже на Resident Evil. Последние локации, где ты там по лаборатории ходишь. Вторую часть я имею в виду. Так, вот дверь и вот коридор. Ладно, пойдем в дверь. Ну и что толком мне сохраняться, если у меня здоровья нет? Ладно, давай. Просто по порядку переписываем. Я думал, начало главы. Мне сейчас патронов будут накидывать. Собирай, не хочу. Аптечек хоть дадут две. Я не знаю. Я уже на больше не рассчитываю. Эти таблетки были тут популярными. А чего бы они не помогали, мне все больше хочется их использовать, по-моему, она сказала. Сколько пилюлек-то много. Кто-то не дошел, прям возле двери умер. Не хочу идти здесь. Но выбора нет. Согласен. А что мешает его просто взять и одну ногу поставить на кушетку, вторую ногу вот на этот автомат и перейти туда? Нет, это условности. Персонаж прыгать не умеет. Ну, металл этот красиво, конечно, сделан. О, аптечка, неужели? Ура! Живем. Хоть как-то.
Кстати, интересно, если я погибаю, у меня 100% здоровья восстанавливается же, да? Таким образом можно экономить на аптечках, собирая их. Опять. Наверное, они рядом. Все, заморозка отказала. Ага, она будет работать очень плохо, либо не работать вообще. Подожди, а если я сюда пройду? Ну, тут, наверное... Тут, наверное, просто ничего нет. Или есть. Ладно, надо убедиться. Так, тут драка будет по-любому. Очень большое помещение. Тогда давай зайдем вот сюда. Тут, по-моему, прокачка, да, будет? Ага. Но они забирают у меня половину того, то, что у меня есть заморозки. Блин, столько коридоров, просто чтобы положить одну пачку патронов. Ладно, пойдем на арену. Отлично, теперь они размножаются. А этот откуда взялся тут? Ну, стреляй. Бля. А все, я нечем. А нечем. Так, у нас же еще этот был. Как его, каракатица-то это? Куда она делась? Она же меня типа убьет с одного удара. Их же двое было. Очень странно. Заперто с другой стороны. Значит, нам наверх. Опять в темноту, где ничего не видно. Так. Там что-то лежит. Аптечка. И тут обрыв. Обходим, значит. Тут без вариантов. О, начали патроны давать. Они вспомнили. Да чтоб тебя. Держись. Может, я смогу вас освободить. Перерождение. Нет. Нет. Еще немного. Почти зарядилось. Вы тут работали? Знаете, как заключить систему безопасности замка? Замок, моя энергия. Не знаю. Мне нужно знать. Где найти? Вниз. Внизу. Мистер Уорд, прошу, помогите. Больно.
с него никого не появится. Вот так. Чем-то... Ладно, мистер Уорд, вниз. Хорошо. Чем-то это все напоминает уже чужих немножко. Настройки. Давай звук. Бам-бам-бам. Голос вот так вот сделаем. Хотя и видео, наверное, пониже. Кстати, ребята, что там громко разговаривают порой. Так, прежде чем сохраниться. С помощью этого терминала я смогу отключить систему безопасности. Нужны только коды доступа. Ну, тут карточка нужна. Карточка будет позже. Давай, сохраняемся и просто вперед. Наверняка у этого мужика была карточка. Везде прям эти магнитные поля. Ну или электричество просто. Но все равно, все, что ты прокачал, у тебя могут запросто забрать. Так, а вот и карточка, да? А нет. Все, пошли вниз. Здрасте. А, так тут у нас эти, которые убивают с одного удара. 3 штуки минимум. Могут вылезти. Да, все. Я что-то не совсем понимаю, мне надо... Тот, кто... Тот, кто электричеством бьет, или второй, который вылезает. С кого мне начинать? А здесь тогда почему никто не появляется? Ладно. Блин, тут еще патроны есть. Эй, бери. Давай вот с этого начнем. Ага. Так, надо второго всегда лупить. Ай, а мне достается. Так, надеюсь, там их не двое. А. Можно без ваншотов, а? Сложно. На все про все тебе дается 2 пачки патронов. А нет, больше, смотри-ка. Так, может быть, стоит на всех кушетках посмотреть. Ну, тут кажется все. Ай. Расстояние.
Вот это вроде все. А, подожди, рано. Да как? Как я его должен был увидеть-то, я не понимаю. Просто безумие, я не знаю. Они появляются сзади. Они появляются где хочешь. Просто убивает тебя. Ну тут чисто везение, вот я что могу сказать. Вот он где захочет, там и телепортируется. Нечестно. Вообще давай дробовик где возьмем. Вот надеюсь, вот так, когда он так корчится, он так умирает. Короче, под взрыв мы не подставляемся, это точно. Давай, иди сюда. Нет, он не умер. А теперь умер. Тихо, тихо, это быстрее. Бегим. Они же телепортируются. Да беги. Беги просто. Жесть какая. Там еще один. Да как? Я даже не знаю, откуда он на меня напал. Сзади, наверное, как обычно. А того удалось убить, по-моему. Да, да, да. Того я тоже убил. На меня тот, который всех их вытаскивал из коконов, напал. Вот. Какие-то иногда просто невероятные вещи творятся. Давай, дробовик хоть побыстрее их убивает. Да, нет, не успеваешь. Слушай, а что если немножко с другого угла подойти к нему? Я думаю, то, что если убить центрального, то меньше врагов появится просто. Я попробую еще раз, если нет, тогда придется драться со всеми. Чего не хотелось бы, конечно. Так, давай вот с этого угла подойдем. Так и до меня расстояние меньше будет. Морозь, морозь эту сволочь. Так, удар не прошел. Да, слишком много врагов опять. И плюс они еще телепортируются, как правило, телепортируются тебе за спину, я не успеваю за ними. Тогда по порядку, короче, всех убиваем просто, да и все. Блин, ну получается, все равно тебе в конце с двумя надо будет драться. Так, он не успел его вытащить оттуда.
А как? Подожди, их же тут не было. Этот-то откуда взялся просто? А, ну он все равно его вытащит, как ни крути. Типа, если ты решишь схитрить, короче, все равно обмануть игру не получится. Давай, он сейчас тут появится. Что, типа? А еще один. Что, типа, центрального я убил? Что еще надо от меня? Сейчас еще. Он все-таки успел его вытащить оттуда. Да я не знаю, я стараюсь как можно быстрее их всех убить. Почему не попал? Так. Где? Я ничего не понимаю. Он когда-то успел его вытащить оттуда. Просто какой-то беспредел творится. Тебя запихивают на арену, и тут какие-то невероятные вещи просто творятся. Откуда-то враги появляются, хотя их до этого не было дважды. Теперь они начали вылезать. Причем первый раз у меня вылезали обычные синие зомби. Сейчас один красный даже появился. А, ну да, их заморозить надо. Он успел вылезти? Бля. Это все автомат подводит. Я слышал этого чувака. А, ну да, их заморозить надо. Да, все, не, пускай добивает, все плохо. Бред. Растерялся, начал палить во все стороны. Беги, блядь.
На какую, ну-ка, клавиатура, попробуем. Так, а морозить-то на какую? Сейчас, секунду. Так, это целится. Ладно. Я попробую на клавиатуре с мышкой. Хотя бы есть четкое понимание зажатия кнопки бега. Нет, он не умер. Теперь их двое. Грызет второй. Надо все быстро делать. Ладно, давай геймпад заново. Уже нет времени разбираться с управлением. Все равно на клавиатуре с мышкой удобнее играть. Тяжелее привыкнуть, но играть удобнее будет. Мысли не помер. Вот ты падла. Все. А где враги у нас? О, теперь мужики пошли. Ай, патроны. Бегом. Почему он красный стал? Да. Ты когда-нибудь зарядишься? Нет, адекватно. Все, хана. Блядь. Основной, да, телепортировался просто ко мне. Ну точно, он все шары высосал и пришел ко мне просто. Ай, нет. Ох уж эти искряки. Так, все. Подготовились.
Следующий. Блин, не, не успеваю до него добежать. Так, нет, надо успевать добежать, кстати. Иначе он призовет сразу же другого. Беги. А где у нас мужики? Так, теперь основной у нас остался. Морозь. И чего? А почему ни один зомби на меня сейчас не напал? В чем дело? Как это работает? Я вообще не понимаю. Они то нападают на меня, зомби, то не нападают. То эти телепортируются ко мне сзади, то не телепортируются. Блин, это настолько странная игра вообще. Что надо? Пошли в жопу со своими записями. Портативный CD-плеер. Его надо осмотреть. Так, это сюда. Нет, не использовать. Посмотреть. Открываем. Иди с кодом допуска. Посмотреть еще раз. Ничего нет. Ладно. И аптечки-то ни одной. Вот она. Как по заказу. Ощущение, что я здесь проходил. Ну да. Я просто вышел, походу, с другой двери. Да, это была заперта с другой стороны, а здесь был проход. Все, я понял. Теперь нам нужно добраться вот сюда. Но чтобы эти душесчипательные моменты не проходить еще тысячу раз, надо сохраниться. Сюда диск. А я думал, карточка нужна просто. Твою мать. Кодовый замок. Один. А, можно все включить? Окей. Гор, ты меня слышишь? Система отключена. Мы можем войти. Что у тебя? Вышел на след одного из сотрудников службы безопасности замка. Ищу сообщить ему хорошие новости. Буду держать в курсе. Ищу или иду, короче. Ладно, он там, у него свои дела, в общем. А мне-то теперь куда? Я что-то ни одной двери не припомню, чтоб куда мне нужно было идти. Назад, может? Хотя вообще не факт. Ну-ка, что там, доберитесь до медицинского сектора, отключите систему защиты замка. Я ж какие-то коды сейчас, замки какие-то отключал. Этого мало? Надо еще что-то. Там выход.
в общую локацию. Рейс, ты должна идти сюда прямо сейчас. Что происходит? Нужна помощь, здесь выжившие. Гор, нам нужно. Здесь дети, прошу тебя. Все горит. Хорошо, держись, скоро буду. Вернитесь к центральному узлу. Чтобы добраться до гора, мне нужно попасть к главному входу. Как гастарбайтер в аду. Чего? Так, сюда, наверное. Так, ну если был какой-то диалог, если патроны... Ну да, ну да. Боже, когда это закончится? А, тут я был. Ну давай заглянем на всякий. Вдруг я что-то пропустил. Да не. Это вряд ли. Вот тут такая тишина, аж ушам приятно. В смысле, я его морозил, как только он появился? Что не так? Ты все равно не успеваешь за ними. Да пошли вы нахрен. Нечем мне тебя морозить. Стой, жди. Ну да, конечно. Я-то успею. Нечестно, они только что дали мне аптечку и прям просто безжалостно ее отобрали. Ну как так-то? Вот тебе враг появляется, ты начинаешь его с первых же секунд его появления морозить. И он все равно успевает дотянуться до тебя. Хватает и забирает четверть здоровья. Это вообще нечестная херня вообще. Искусственная сложность в игре, короче говоря. Несправедливо. Пошел ты. Я нажимал на выстрел. Эй, шарик! Ну, шарики, да... А, точно, я же их, этих всех людей-то видел, то, что они лежали. Это, я же говорю, потенциальные враги лежат. Я пешком, я не буду бегать, у меня очень мало, маленький заряд морозильной этой штуки. Куда мне, вниз или сюда? Я отсюда пришел. А если вниз спуститься? Тут чего? Ага. Опять эти удивительные кодовые замки, которых не сломать. И? Отстань, а. Наконец. Еще проход. Ну, значит, мне сюда надо как-то идти. Окей. Сейчас я попытаюсь вычленить хоть что-то
среди этой тьмы беспроглядной вообще. Дай-ка угадаю. Сложно. Две попытки. Очень сложно. Даже пытаться не буду. Смысл. Хотя подожди. Я хочу узнать, если я все попытки израсходую, то что? Это жесть, конечно. Так, X. Ну, допустим. X. Потом Z. Я даже не вижу, где эта буква. Вот она. Это надо. Вот. А, ну да, точно. Да, все сразу же. Хрен с ним. Система будет отключена. И все, да? Я не могу больше к этой подойти. Понятно. Очень сложно. Две попытки. И все. То есть, ты должен профессионально уже ломать эти замки, чтоб во что бы то тебе это ни стало. Две попытки на все про все. Неужели? То есть такой длиннющий коридор, чтобы невозможно открыть комнату и одну аптечку сделать. Блин. Куча ресурсов в игре потрачено зря, по-моему. Центральный узел. Ну, я могу просто выбежать из этой комнаты. Я даже драться с ними не хочу. Пусть он там орёт себе, бегает за мной. Смотри, какой приставучий, а. Но у меня не заканчивается стамина. Да, этот враг будет бежать за тобой до конца. Печально. Все, заглючило его. Он мне ничего не может сделать. Я не на патроны тоже тратить не буду. А, не работает. Его убить надо. Бедняга. Как долго он бежал. А какая меня приведет к центральному? А, понятно. Надеюсь, я не ошибся. И центральный узел — это откуда мы уехали. А вот, да, замок, центральный узел. Где выход-то? То здесь дверь откроют, то тут. Ну и чё, вот я в центральном узле. Куда мне теперь? Там красная горит. И тут, кстати, красная. Может, сюда? Надо добраться до поезда, которым воспользовался Гор. Я должен угадать, какой поезд. Как-то могу, может, призвать его надо. Поезд тут. А, ну да. Подальше лучше отойду, а то мало ли снесет меня.
Давай, едем. Замок, жилой сектор А. Если есть сектор А, значит есть и другие сектора. Б, С и так далее. А это пол монстра? А я думал, что это такое? Какой-то сапог, думал, сушеный. Поехали. Ага, наконец-то. Так. Ну давай вот здесь сначала пробежимся. Что есть? Мне нужно найти мужика, который спасает каких-то детей. Там что-то еще все горит. Если горит, значит надо будет много морозилки. Вот толку от этого фонаря. Вот что добавилось? Вот чуть-чуть видно. Вот совсем чуть-чуть. Ну, заходишь в темень. Ну, такое. Вот, кстати, когда максимальная вспышка. Так бы он всегда горел. Я бы был так счастлив. У нас по патронам 108. Ну, давай, наверное, пока с этим оружием побегаем. Сейчас я его за 2 минуты потрачу. Нам можно будет обратно на дробовик уходить. Дробовик штука хорошая. Лупит прям с двух ударов больших, а маленьких с одного. Красных только заморозить надо. Все? Ничего нет. Дальше. Дальше. У нас тут только провизии. Кидалось бы банками в зомби, я не знаю. Они пока там все от фасоли, от это, от фасоли глаза протирают, можно в них стрелять. О, господи, опять это говно. При попытке сложно просто. Я попробую. Буква К. У. Даже не могу сообразить. Тройка сюда. Нет, не сюда. Ай, нет, не сюда. Все, я не успеваю. Может сейчас зарандомится какой-то попроще пароль. Т3ТW2. Сразу нет. Плохой пароль. 5, 8, где это пятерка? Бля. Отлично. Интересно, а их вообще, ну как бы, после половины игры их реально вообще открыть, эти шкафчики? Или это что-то из-за грани фантастики? Типа пользуйся, что так в игре лежит. Бесплатно, скажем так. Я думаю, на такие вещи надо давать неограниченное количество. С ума сойти. Здесь и правда настоящий город. Доктор не шутила. Гор, слышишь меня? Здесь большой пожар. Да, мы в ловушке. Забаррикадировались в подвале. Но я не знаю, сколько еще продержимся. Они лезут со всех сторон. Держись, я иду.
Иду, говорит, иду. Так, а, ну все. Так вот, я думаю, что нам такие загадки надо давать неограниченное количество попыток, потому что тут и так довольно-таки непросто там, чтобы у тебя, ну, это не игра как бы в сапера. У тебя и так ты можешь просто не от невнимательности попасть на вот эти череп с костями, и у тебя уже ничего не получится. Где-то тут? Искать-то надо. О, подожди, где-то тут. Вот, ящик, наверное. Сначала мы сводим их с ума, а затем сдерживаем их кошмары с помощью RCM-114. Эти таблетки мне бы удалось... Если бы мне удалось сбежать отсюда с парой пробирок токсина ДМР, тогда бы я схватил этих ублюдков за яйца. Спасибо, очень познавательно. Яйца, ублюдки и ничего не понятно. Они же говорили только что про металл, а тут уже про таблетки. А, я не попал. Дай-ка угадаю, еще кто-то сзади. Блин, не до конца заморозил. А, все, он красный стал. Пузика ему прострелить. Блять, а шарик когда-нибудь закончится, нет? Самый, наверное, настырный шарик в мире. Что такое? Вот этих вот колбочек дают часто. Хотя этот ресурс восстанавливаемый. Почему тогда у меня регена нет? Если бы у меня организм регенерировалось, тогда бы, в принципе, особо большой потребности нету в аптечек, в аптечках. Это до логики разработчиков не понимаю. У тебя восстанавливается азот, но тебе все равно дают ампулы с азотом. У тебя не восстанавливается здоровье, но тебе дают аптечки очень редко. А враги иногда забирают здоровье очень несправедливо. Вот зачем такая сложность? Нечестная. Я зашел вот в эту дверь, и такая большая подгрузка была. Мы что, в проститутошной? Отель. Кстати. Тут буби, пики, да, будут такие вещи. Это прям украдено из Resident Evil. Так, ну давай до конца я пробегусь. Понятно. Нет. Когда драки нету, она в принципе бегает, ну, через раз с осечкой. Да, черви. Ключ червей. Вот, она бегает через раз с аптечкой, а иногда...
А иногда она просто во время драки перестает бежать, просто идет спокойно вот таким шагом. Вот меня и грызут постоянно. Подожди, рано. Чуть попозже мы сюда спустимся. Кстати, прикольно. Куча дверей, да, с одинаковыми. Тут, видимо, древ. Ну, короче, буби, крести, черви, там вот это вот. Да, треф. Здесь тоже крести, черви, треф. Ладно, короче, этот какого? Соль-то в том, то, что зачем это делать? Ну, типа, ты в какой комнате живешь? Я живу в комнате, допустим, буби. Ну, или в комнате черви. И что? Ну, типа, таких комнат дофига. Почему они не сделали нумерацию комнат? Ой, странно это все. Вообще в целом игра странная. Управление странное. Освещение плохое. Короче, какие-то больше негативные эмоции она у меня вызывает. Вот единственное, что тут хорошо сделано, это звук. Ну еще стрельба, в принципе, неплохо. Я на втором этаже, кстати. Стрельба, в принципе, еще неплохо, но такое. А нечем. Нечем открывать. Вот, я тут был только с вот с той стороны. Откуда я пришел? А, я пришел, получается. Да, вот отсюда я пришел. Почему? Эта дверь теперь не открывается? Или отсюда я пришел? Нет, я отсюда вот пришел. Да-да. А тут, кстати, мне непонятно, он красный или синий. Ни одного ключа нет. Сейчас, наверное, по классике дадут один ключ, а потом мы будем с помощью него находить остальные. Блин, так много. Так, давай начнем с фойе. Мы же под землей находимся. Куда этот камин горит? Ну, в смысле, куда идет отдув воздуха? Записка смотрителя. Число зачеркнуто. 7924. Под числом написано. Уважаемый курьер службы доставки, с меня довольны. Тебе видно сквозь окно комнаты охраны, да? Ну, чем бы ни была та огромная штука, она явно кому-то принадлежит, но не мне. И это уже третий раз за этот месяц. Я запишу. 7924. В следующий раз, когда ты налажаешь доставку и поймешь, что тебе крышка, просто найди меня и попроси новый код безопасности, чтобы попасть внутрь. Да, все верно, я поменял его. Местные детишки взяли моду пробираться сюда, так что я решил, что не стоит записывать код. Может, теперь вы чертовы всадники из
Pony Express, научитесь обращать внимание на эти два волшебных слова «отправитель» и «получатель», и разберетесь, что они означают. Блин, это загадка, похоже. Ну, понятно. Ты и правда изменил, придурок. Доставка, отправитель. А, вообще ни одной цифры тут не вижу. Хотя этот код типа должен был проглядываться вроде сквозь дверь. Интересно. Вот это уже интересно. О. Вниманию господина Себастьяна. Как нам стало известно, в последнее время вы часто проводите время в пустующих апартаментах доктора Триггера. Чтобы избежать возможного наказания и последующих обвинений, просим вас следовать правилам сектора А и убедиться, что вверенные вам жилые помещения находятся в идеальном состоянии, пригодны к использованию. Особенно, когда дело касается апартаментов, предназначенных для старших исследователей. Это ваше последнее предупреждение. Мы не потерпим дальнейшего нарушения правил. Заместитель директора Пит Беккер. Управление и логистика сектор А. Жилой сектор. Центр передовых исследований США. Прогресс на озере Грум. Где ж код искать тогда? Один единственный. Какие-то детишки, короче, у нас. Так, подожди, давай посмотрим ключевые слова. Записка смотрителя. Та-та-там. Тут что-то либо вот пробитель, либо вот у получателя должен быть код. Его не должно быть видно через дверь. Через окно, точнее. Цифр я никаких не вижу. Ладно, давай еще тут вдоль пройдемся. Может быть, найдется какой-то там... Побежали. Не успели. Ты стреляешь в одного, тебя грызет другой, второй, третий. Да как? У меня одна половинка здоровья была. Не. Что происходит? Блин, тут все телепортируются, я не понимаю вообще. Что за бред? На кого реагировать-то? А, еще, да? А нечем. Я побегаю.
Хватит. Хватит вставать. Все? А, ну да, точно. Он же красный. Вообще чушь какая-то. Я просто такой сектор. Дробовик. Что еще? Так, если ты сюда подходишь, начинается драка. Давай-ка мы еще кое-что проверим. Естественно, фонарь у тебя отключается, потому что ты умер. Ага, и все, короче. Ладно. Как он меня догнал? Он был сзади. Да хватит. Да, я не успеваю его заморозить. Да хоть кого-нибудь ты выстрелишь. Да. Ты стреляешь в одного, из предыдущего у тебя вылетает шар, поднимает уже третьего, пока ты с одним разбираешься. В этого надо заморозить, в этого надо пострелять. Тут еще четыре врага появляются, плюс они все телепортируются, догоняют тебя. Что происходит в этой игре, вообще я не понимаю. Если бы она не была бы такой сложной, она бы проходилась, наверное, ну, часов за пять. Жух, жух, телепорты, все дела, просто. Хватает тебя кто-то. Так, этого туда, этот морозим. Не подох, он потому что не замерз еще до конца. Хватает этот за тебя. Потому что, а я еще того не заморозил, красного, где он, я не знаю. Ладно, просто давай, хоть как-то выживем. Не умер. Телепорт, не умер. Твою мать. Перезарядка, тут же, перезарядка, быстрей. Нет времени. Догнал, удар. Тебя забирает еще четверть здоровья. Заморозка. Дополнительная заморозка. Глаза потухли. Выстрел. Перезарядка. Бежим в сторону. Шарик. Я не знаю как, но он меня догнал. Откуда он встал даже, я не понимаю. Не знаю, нет времени заряжаться. Это все? Нет, красный еще бежит. Красный догоняет, высасывает еще четверть здоровья. Что происходит? Ну нечем, нечем мне в него морозить. Вот просто вот так вот происходит вся боевка. Просто у тебя высасывают все ресурсы, и враги атакуют просто бесконечно. С учетом того, что у тебя настолько убого персонаж передвигается.
Что просто беда. А патронов много не дают. Фонарь отрубается. Блин, я спокойно не могу эту игру проходить, походу. Надо что-нибудь успокоительное какое-то пить. Так, подожди. Ну, может быть, сохраниться, чтобы лишний раз драку нету, не проходить еще раз. Хотя автосохранение тоже есть. Ладно, просто пошли вперед. Или, блин, нет. Давай, наверное, сохранимся. Закончим серию. И вот этот отель будем исследовать дальше. Уже потом. Да, будем на этом заканчивать. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.